Вторая жизнь мусора. От простейших примеров применения в быту до серьезных технологий переработки. В Калининградской области открылся новый музей Мумука. Оказывается, у мусора может быть вторая жизнь. Каково оно, искусство с помойки, выяснял наш специальный корреспондент Сабрина Изатова. Очень красивые. Они, многие просто как произведение искусства. Замечательная идея, очень необычно, все понравилось, много познавательного. Ну, процветание музею, надеюсь, что туристы будут посещать этот музей. Сама идея мероприятия уникальна, и мне кажется, что это место будет пользоваться популярностью не только у местных жителей, но и у приезжих. Фигуры животных, людей, роботов. И это еще не весь список того, что посетители увидели на открытии музея мусора. От простейших примеров применения в быту до серьезных технологий переработки. Идея очень простая, то есть показать посетителям, что те вещи, которые обычно привыкли выбрасывать и списывать их со счета, можно найти им второе применение, дать им вторую жизнь. Основная техника работ – это ассамбляж, то есть искусство слепить новый образ из старого. Жители области также могут внести свой вклад в пополнение экспонатов. Ряд отходов можно сдать на переработку, а за это еще и получить деньги. У этого музея есть очень большая такая образовательная и, я бы сказал, воспитательная функция, потому что здесь прививается культура. Культура обращения с мусором, культура переработки мусора. Культура того, чтобы следить за чистотой нашей земли, нашей планеты, наших городов, наших улиц. За год удалось собрать более 60 тонн отходов благодаря проекту по раздельному сбору мусора. При этом музей заполнен не полностью. Тут представлено порядка 80 работ, но в будущем планируют пополнить коллекцию до 1000 экспонатов. Также здесь появится экопарк с демонстрацией механизмов, работающих на возобновляемой энергии, мастерские и кемпинги. Открытие музея мусора прошло с большим размахом. Среди приглашенных также были популярные в Калининграде группа «Мысли вслух». Сабрина Изатова, Екатерина Калиниченко, служба новостей «Город».